Гранд-шлем Баку, 60 килограмм. В данном эпизоде проводится техническое действие Коши-Гурума. Сближение, захват за шею и выполняется мощный бросок. Следующее действие. Идет подготовка комбинация. И выполняется, на мой взгляд, здесь действие Сое Наги. Хотя захват идет больше, скорее, за одну руку, и вторая рука не берет отворот, но все-таки ближе по действию, наверное, это будет Сое Наги. Дальше движение Сото Макикуми. Спортсмен в белом поймал на движение синего и выполнил по ходу это техническое действие. Здесь мы видим классический вариант Оучигари. Действие произведено достаточно чисто, хорошо. В данном эпизоде мы видим действие Учимата. Падение было на бок, поэтому оценка будет дана в Азаре. Боковое смещение. И техническое действие, которое оценено. Следующий эпизод. Захват плотный. Борьба в плотном захвате. Попытка синего произвести Осото Гари. И контрприем борца в белом дзюдоге Осото Гайши или Осото Гари Гайши. Контрприем от отхвата Осото Гари. Бросок сделан из очень плотного захвата. И, соответственно, здесь чистая победа Ипон. Следующее действие Йоко Атоши. Судья первоначально оценил это движение в Ипон, но потом дали за это действие в Азаре. Следующий эпизод также очень интересен. Наверное, здесь это бросок ближе к Ката Гурума. Смотрим. Синий захватил плотный захват верхний, контролирует. Пытается завести белого и выполнить свою комбинацию. Но на его движении заведения белый входит и выполняет бросок через плечи. Я бы квалифицировал это как Ката Гурума все-таки. Может быть, кто-то не согласится. Классический вариант Сое Наги. Завел за спину белый и выполнил бросок. К сожалению, камера немного далеко, поэтому не очень хорошо видно. Здесь движение у нас Осото Гари. Борец в синем дзюдоге показал движение, немного обманул. Сначала вперед, потом перешел на движение назад. Следующий эпизод. Сое Наги или дроп Сое Наги, как больше принято это называть. Небольшая задержка, но потом за счет хорошего входа
Синий дотягивает своего оппонента и получает оценку в азаре. Следующий эпизод Сода Цурикоми Гоши. Здесь в данном случае проведено все грамотно. Хансоку Маки здесь нельзя дать, потому что движение было в бок. Вот здесь немножко более, скажем так, опасно было движение выполнено синим. Но в данном эпизоде оценка.